Всем привет, у вас Патриот, короче, с 14 года. Купил магнитолу себе штатную, но уже свежую. Заместо штатной, как бы, старого образца. Мне просто было, ну, флешка вставлялась тут, и ничего, экран такой. Купил, как бы, современного уже Патриота, чтобы навигация была и все. Короче, соответственно, в родной магнитоле антенна была без GPS. Вот, короче, провода это. Пришлось, короче, с магнитолой вместе купить и антенну штатную, то же самое, на крышу. Короче, здесь антенну я поменял, обшивку здесь снял, открутил там гайку. Провода идут в стойке, прям внутри, вот так и сюда. Короче, чтобы не протягивать, потом не мучиться, я взял к концам проводов, привязал веревочку, тянул, короче, антенну открутил, тянул с той стороны за, под обшивкой провода вместе с веревкой, протянул сюда, антенну убрал. Новую поставил антенну, провода опять привязал и за веревку туда-обратно протянул провода сюда, короче. Новая антенна уже идет с разъемом под GPS, встроенная антенна GPS в ней. Короче, подсоединил, антенну подсоединил, короче, включил, магнитола... Ну, короче, вот она. Получалось, работала. Ну, просто включаешь, она работает. Выключаешь от замка зажигания. Ничего не выключалось, не включалось. Было так же, вот, как она работает. Но при всем при этом, как бы, еще не ловил GPS. Ну, как бы, ладно. Ушел я на работу, пришел обратно. Короче, полез обратно, разобрал все. А! Хотел, на работе был сутки, пришел, хотел ребенка везти в школу, стал заводить, все, аккумулятор сдох, мне не завести машину. Соответственно, сдох он из-за магнитолы, потому что на старой магнитоле он мне неделями стоял, и ничего, проблем никаких не было. Короче, ладно, разобрал я все, соответственно, провод АЦЦ, как бы, все зависит от комплектации, наверное, или что, не знаю. Ну, короче, у меня был провод АЦЦ, просто стояла перемычка. Вот провода, верхняя фишка, это у нас, короче, колонки. Нижняя фишка, это, короче, у нас питание там и так далее. Соответственно, у меня стояла, короче... Так, давайте я вам покажу, чтобы было видно нормально. Сейчас выключу эти колонки, вытащу. Вот, соответственно, фишка. Вот здесь и шел провод голубой с голубым. Стояла перемычка. Соответственно, провод голубой шел на вот эту вот, на, ну вот, разъем вот сюда, и перемычка и шла вот на крайний. Соответственно, разобрал замок зажигания. Разобрал замок зажигания. У меня в замке зажигания микровыключателя нету. Соответственно, ключ вставляешь, выключаешь, ничего нету. Получилось так. Что мне надо было сделать? Мне надо было, чтобы АЦЦ работало, мне надо было сюда порезать вот эту перемычку здесь и подключить сюда провод, который от замка зажигания идет. Соответственно, я его нашел вот рядом. У меня нету печки задней. Тут фишка болталась, вот она болтается от печки задней. Ну, как бы, я так понимаю, на заднюю печку, наверное, включалась. Не знаю, откуда она. Я здесь посмотрел. Так, ну вот, короче, с этой фишки я взял плюсовой провод. Вот он, здесь синий тоже. Он только питание здесь, когда включаешь замок зажигания. И получилось так, что я его подсоединил, сначала разрезал петлю, подсоединил на крайний провод, а этот штатный остался. И, короче, получалось так, что я выключаю зажигание, у меня магнитола вообще отрубается. И включаешь, когда зажигание, она, короче, ну, все с нуля начинается. Время сбрасывало все. Пришлось переменить местами, как бы, вот эти две фишки. Но я их не стал оттуда вытаскивать, просто отрезал здесь. И, короче, получилось, что с фишки вот с этой на вот эту, на, ну, вот второй, третий контакт, короче, где двойной был разъем, я подсоединил от фишки сюда плюс.
Так, а тот, который сюда и шел, плюсовой основной провод, я подсоединил на крайний провод. И все стало нормально, короче. И стала она включаться-выключаться, как положено, через АЦЦ. И, короче, не сбрасывается ничего. Сейчас покажу дальше. И, соответственно, стала такая проблема, что я... Ну вот, короче, сейчас она выключена, да? Вот я включаю зажигание. Вот. Все работает. Выключаю зажигание, ничего не гаснет. Соответственно, опять же, ну я не буду повторяться там, как люди все. Я, короче, зашел в меню, в заводские настройки. И, короче, сделал там заводские настройки. 83.17, окей. И обратно же смотрим заводской режим. 3-4 восьмерки. И здесь вот я выставил параметры, чтобы не выключалось АЦЦ. Вот, заводской, ну, экран включен, АЦЦ выключен у меня. И все стало прекрасно все работать. Все включается, выключается. Не знаю, еще не проверял, аккумулятор сдохнет или нет. Но надеюсь, что нет. Ну и все. Соответственно, перезагрузилась магнитола. И стал, короче, ловить GPS. Ну, я же таки ратом поторкал, туда-сюда перезагрузил магнитолу и ловить стало GPS, местоположение, проверил, все нормально. Слава богу, что антенна рабочая, магнитола рабочая, все нормально. Как бы вот так вот. И кому, может быть, было интересно, не надо изобретать тут что-то, замок там десяточный, микроключатель туда ставить, ничего такого не надо, все здесь прекрасно можно сделать прямо на месте. Так что вот так вот. Блин, пчела залетела, оса. Так что если кому, может быть, было в помощь, помог, как бы делайте сами, и никаких проблем не будет. Все будет у вас работать, и все нормально. Так что вот такие пироги. Все работает. Радио. Также выключаешь. Все, зажигаем, включаешь. И она все включается. И все работает. Все, всем удачи, спасибо за внимание. Всем пока.